Можно вас побеспокоить? Только недолго. У меня полно работы. Отец Фредерик уже вернулся? Нет, еще не вернулся. Дорога из Виншира не близка. Его не будет до завтра. Завтра? Я хотел бы... Вы бы хотели зайти в церковь. Но мы уже обсудили это. Теперь идите. Мне нужно закончить это до заката. Уже 7 часов, мне нужно вернуться к главным воротам. И если Герман держит свое слово, там меня будет ждать его человек. Должно быть, вы человек доктора Германа, не так ли? Я не человек доктора Германа, я просто иногда выполняю его поручения. Вы Сэм Гордон, не так ли? Я должен кое-что вам передать. Да, пожалуйста, дайте это мне. А почему бы и нет? В любом случае, мне все равно, кто вы на самом деле. Я должен отдать сверток тому, кто подойдет к воротам в 7 часов. На этом моя работа заканчивается. Забирайте это, мне пора идти. Постойте минуту. Вы Марк? Да, это я. А что? Гарри сказал, что вы работали у нас в саду. Несколько раз. А в чем дело? Я хочу спросить вас о Вильяме Гордоне. Что вы можете рассказать мне о нем? Ничего, я его едва знал, я просто работал в саду. Я тороплюсь, вам нужно еще что-нибудь? Нет, спасибо. Хорошо, еще увидимся. До встречи. Надеюсь, я найду, что ищу. Здесь только часы и несколько безделушек. Я открою их. Уильям сделал здесь какую-то пометку. В моей забывчивой голове путь к ключу начинается в библиотеке, на моем рабочем столе, спрятан под голубым занавесом ненаписанных слов. Под чернилицей есть кнопка. Я попробую нажать ее. Какая-то коробка. Я возьму ее. Модели планет Солнечной системы вырезаны из дерева.
Вот так. А, это должно быть ключ Уильяма. Ключ от кабинета Уильяма в башне. Дверь невозможно открыть. Я оставил ключ Уильяму с другой стороны двери. Должно быть, замок заело. Нет черной ладьи. Крышка не сдвигается. Астрологические карты. Уильям увлекался звездами и космосом. Хотя я не думаю, что это может мне помочь. Крышка заперта. Множество свитков и документов, но ни одного с почерком Уильяма. Он, должно быть, где-то делал важные записи. Я как будто слышал эту мелодию раньше. Я как будто слышал эту мелодию раньше.
Несколько исписанных свитков. Ничего полезного. Крышка не сдвигается. Старые карты. В данный момент они меня не интересуют. Пытаясь открыть щеколду. Удача. Крышка заперта. Мне нужно тщательно осмотреть кабинет Уильяма. Крышка заперта. Крышка не сдвигается. В этом заголовке нет смысла. Посмотрю поближе. В книге небольшой ключик. Страницы были смяты, чтобы спрятать его. Я возьму его. Небольшой ключ. Он был спрятан между загнутыми страницами в книге Роберта. Холоден на ощупь. Странная на ощупь. Старые карты, глобус и секстант. Для чего все это было нужно Уильяму?
Мне нужно тщательно осмотреть кабинет Уильяма. Мне нужно тщательно осмотреть кабинет Уильяма. Золотые карманные часы прекрасной ручной работы.
Мне нужно тщательно осмотреть кабинет Уильяма. К нижней части ящика приклеена книга. Дневник Уильяма Гордона. Дневник Уильяма. Отлично! Надеюсь, я узнаю, что же произошло в ту ночь. 21 марта. Я стар. Я знаю, что моя жизнь подходит к концу. И поэтому хочу, чтобы в моей жизни появился смысл, прежде чем я покину этот мир. Я посвятил последние годы своей жизни поискам правды о моей семье, чья кровь течет в моих жилах. Возможно, это из-за чувства вины, которое я ношу в сердце, из-за судьбы моего дорогого Джеймса, судьбы, которую у меня не хватило смелости изменить. После лет изучения старых записей, я, наконец, знаю, что было целью моих поисков. Я не должен терять времени. 23 марта. Изучив хроники поместья и старые записи в библиотеке, я узнал давно забытые вещи, а также много нового. Я узнал, что Джеймс не единственный, кто потерял рассудок. В течение нескольких столетий некоторые из моих кровных родственников страдали от того же недуга, который поразил Джеймса. Похоже, что все это как-то связано. Для этого должна быть какая-то причина. Я проследил родословную и выяснил, что все эти несчастные души родились в одну и ту же неделю с повторяющимися промежутками в 2 столетия. Может быть, потеря рассудка – это какая-то кара? Кара за деяния такие ужасные, что мы не прощены даже через 7 столетий. Меня ужасает эта мысль. Она преследует меня днем и ночью. 5 апреля. Я чувствую, что со мной что-то не то. Я слабею день ото дня. Мой возраст дает о себе знать. Как сказано в хрониках, путь к правде лежит через 5 символических ключей. Я точно не знаю, для чего они, но если они могут открыть правду, я должен их получить. Я решил найти первый из них, который в течение многих лет находился далеко от моего поместья. Несколько веков назад ключи были розданы разным членам нашей семьи для безопасности, чтобы их нельзя было использовать вместе. К счастью, у меня все еще есть мой ключ, а достать ключ Джеймса не составит труда. Если бы я раньше знал то, что знаю сегодня, я бы не отдал его ему. Согласно записям, следующий должен находиться в руках самого Маркуса. 4-й был отдан Деркхаму Гордону, владельцу отдаленного поместья в Уэльсе. Я должен вскоре отправиться в Уэльс. Это решено. Я все еще не знаю, где находится 5-й ключ. Его судьба осталась для меня загадкой. Когда я получу все остальные, я должен найти и этот последний. 15 апреля. Я вернулся из Уэльса. Мои поиски были напрасны. Было нелегко проникнуть в фамильную гробницу. К сожалению, мне не удалось добыть фрагмент истины, и я вернулся домой с пустыми руками. Однако еще не вся надежда утрачена. Я сосредоточу все внимание на тех ключах, которые находятся у Джеймса и Маркуса. Достать их будет несложно. 21 апреля. Я не могу изменить то, что случилось в прошлом с моими предками. Но я надеюсь, что смогу повлиять на события будущего. Проклятие, которое лежит на нашей семье, берет начало с незапамятных времен. Я должен обратить свой взор в прошлое, к временам Маркуса и Мордреда, первых Гордонов. Я решил начать поиск ответов с того места, где покоится прах Маркуса.
Я знаю, что гробница спрятана в темном подземелье церкви. Вход туда за много веков был потерян. Никто не знает, где его искать. Сегодня вечером я отправлюсь в церковный приход. 26 апреля. Что бы ни было похоронено под Вормхиллом, его было не так легко достать. У меня ушло несколько дней, прежде чем я обнаружил в башне необычный пьедестал с многочисленными мелкими, тщательно обработанными камнями. Сам пьедестал представляет собой сложный механический замок. Он, несомненно, откроет мне путь в подземелье церкви. Я пытался изменить расположение противоположных камней, но мне никак не удавалось полностью сконцентрироваться. Я слишком устал, чтобы пытаться правильно установить механизм. Прежде чем отправиться домой, я сделал набросок всего механизма и вернул камни в их первоначальное положение. Завтра я отправлюсь в Вормхилл как можно раньше. 27 апреля. Сегодня удача была на моей стороне. Я открыл путь, ведущий в гробницу Маркуса. Несомненно, я первый, кому удалось это сделать за многие столетия. Каково же было мое удивление, когда я спустился в гробницу. Там не было никакого следа могилы Маркуса. Ничего. Должно быть, его тело где-то спрятано. Надеюсь, что ответ находится в четырех книгах, окружающих центр гробницы. На камне вырезана надпись «Пусть мудрость указывает тебе путь». Даже после его смерти мудрость защищает Маркуса, как и при жизни. Я почти уверен, что первый ответ — это эхо. Несмотря на темноту, я попытался переписать текст из книг. Но проще было запомнить его. Я также обнаружил необычный, по всей видимости, церемониальный предмет, сделанный в форме идеальной сферы. Когда я прикоснулся к нему, я как будто ощутил дыхание минувших веков. Странное чувство. 7 мая. Меня пугает эта ночь. Я не спал уже 2 дня, и я слышу голоса. Да, человеческие голоса, их десятки. Их шепот сливается в пугающий шум в моих ушах. Что со мной происходит? Я тоже схожу с ума? Нет, я отказываюсь признать это. Теперь, когда я так близок к истине... Я открыл путь, несомненно, Не думаю, что смогу найти здесь еще что-нибудь. Я чувствую себя так странно. Моя голова. Сэр, наконец-то вы проснулись. Мы уже начали волноваться. Не случилось ли с вами чего? Что с вами произошло, Сэм? Я не знаю. Внезапно у меня ужасно заболела голова. После этого ничего не помню. Как я добрался до своей комнаты? Бейтс нашел вас лежащим без сознания на чердаке. Да, я хотел убраться там и увидел вас лежащим на полу. Я позвал сэра Роберта, и затем мы перенесли вас на вашу кровать, чтобы вы отдохнули. Я же говорил, Сэм, что вам нужно было отдохнуть после такого долгого путешествия. Может быть, вы правы.
Понятия не имею, что случилось. Кажется, у меня был плохой сон, но не могу вспомнить, о чем именно. Важно то, что с вами все в порядке. Да, в самом деле. Вам лучше еще немного поспать. Пожалуй, я последую вашему совету, Роберт. Хорошо. Тогда мы оставим вас одного. Если вам станет хуже, зовите меня. Спасибо, но надеюсь, что мне станет лучше. Пойдемте, Бейтс. Оставим Сэма. Пусть он отдохнет. Да, сэр. Роберт прав. Мне нужно отдохнуть. Завтра я разузнаю больше. Мне приснился ужасный сон. Утром мои мысли были прерваны стуком в дверь. Сэр! Сэр, откройте! Что происходит, Бейтс? Откройте, сэр! Мне нужно вам кое-что сказать! Подождите, Бейтс. Буду через минуту. В чем дело? Это ужасно, сэр. Генри, наш садовник, его нашли в садовом фонтане. Успокойтесь, Бейтс, о чем вы говорите? Его нашли мертвым этим утром в фонтане. Я знаю, что говорю. Я видел, как вытаскивали его тело. Как это произошло? Понятия не имею. Детектив Кольер расскажет вам об этом. Сейчас он всех допрашивает и хочет поговорить и с вами. Он не дал никому из нас оправиться от шока. Даже мадам. Где мне его найти? Он ждет вас в гостиной. Нам лучше отправиться туда прямо сейчас. Хорошо, идемте. Детектив Кольер? Да. А вы, я полагаю, Сэм Гордон. Мне нужно поговорить с вами. Мистер Гордон, вам известно, что произошло? Да, Бейтс мне уже рассказал. Хорошо. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Вы можете уделить мне пару минут? Да. Вы разговаривали вчера с Генри Стантоном? Да, я только вчера приехал, но говорил с ним. Вы приехали вчера? Да, на похороны Уильяма. Понятно. Так о чем вы говорили со Стантоном? Я точно не помню, это был самый обычный разговор. Вы знали его прежде? Нет, я знал только мистера Диккенса, предшественника Генри. Это было до того, как вы покинули поместье? Да, около 12 лет назад. Хорошо. Давайте вернемся к вашему вчерашнему разговору с Генри. Не показался ли он вам каким-то странным, нервным, обеспокоенным? Нет, он вел себя вполне нормально. Значит, он вел себя нормально? Да. Я говорил с Моррисом, вашим конюхом, перед этим разговором. Он сказал мне, что Стантон был не дурак залить за воротник. Да, я тоже это слышал. Мадам Виктория также это подтверждает. Что вы хотите этим сказать? Понимаете, его нашли в фонтане, запутавшемся в водорослях. Я еще не знаю, как он там очутился, но самое вероятное объяснение... Он был пьян. Должно быть, он обо что-то ударился, потерял равновесие и упал в воду. Может быть. Но вы не думаете, что вода могла отрезвить его? Нет, как раз наоборот. Вода послужила причиной смерти. Он потерял сознание, упал в фонтан, а холодная вода сделала свое дело. Остановило сердце? Он не первый алкоголик, который утонул подобным образом. Однако ирония в том, что это произошло не в озере или реке, а в маленьком фонтане в саду. Конечно, человек не вправе выбирать себе смерть. Если у вас нет ко мне вопросов,
Я не буду вас больше задерживать. Нет, что вы. Теперь я знаю все, что мне было нужно. Не могли бы вы меня проводить? Конечно. Следуйте за мной, детектив. Я подожду отчет доктора Германа и закрою это дело. Спасибо за потраченное вами время. Не за что, детектив. До свидания. Кольер хочет закрыть это дело. Теперь, когда Генри мертв, я должен найти способ получить вторую часть этой странной вещицы. На нем лежат баночки с красками и кисточками. Полон сухих листьев. Она закрыта и, вероятно, полна виски. Генри спрятал ее здесь, чтобы не носить за собой повсюду. Закрыто. Полна чистой воды. Я ничего не хочу поливать. Пустые горшки для цветов. Садовые инструменты и тюбики с удобрениями. Я нигде не вижу закладной. Куда Генри мог ее положить? Семена каких-то растений. В ящике нет ничего интересного. Только принадлежности художника и ничего больше. Черное зеркало.
Он полон дождевой воды. Его нужно почистить, прежде чем снова использовать. Листья вскоре начнут гнить. Мешки отсырели. Должно быть, Генри забыл сжечь листья. Кто теперь будет выполнять его работу после случившегося? По словам Бейтса и Коллера, тело Генри запуталось в водорослях, когда они его нашли. Как он умудрился утонуть здесь? Что-то мерцает на дне. Что это может быть? Не надо было мне заставлять Генри чистить фонтан. Но откуда мне было знать, что произойдет что-то подобное? Что-то мерцает на дне. Что это может быть? В грязи очень глубокий след. Выглядит свежим. Кто же его оставил? Вода темнее, чем вчера. Вода темнее. Что-то мерцает на дне. Что это может быть? Дверь открыта. Наверное, внизу кто-то есть. Бочки полны красного вина. Этот колодец вырыли во времена Средневековья. Предполагают, что замок соединен с подземной системой коридоров. Но это всего лишь слухи. Никто никогда не видел этих коридоров. Бейтс? Да, сэр. Бейтс, а можно осушить фонтан в саду? Да, в подвале есть большой гидронасос. Он контролирует водоснабжение всего замка. Можно менять уровень воды. Но мне кажется, это не очень хорошая идея — осушать его после того, что случилось.
И об этом стоит известить детектива, сэр. Я просто рассматриваю все варианты. У нас есть право знать, что произошло. Вы понимаете? Понимаю. В таком случае лучше никому не говорить. Вы этого хотите, сэр? Именно. Вы говорили, что были там, когда тело Генри вытащили из фонтана. К сожалению, да. Ужасное зрелище. Я должен вам кое-что сказать. Я чувствую ответственность за то, что произошло. Почему вы так говорите, сэр? Я приказал ему почистить фонтан. Он не хотел этого делать, но я настоял. Вы не должны думать об этом, сэр. Конечно, если бы он не был пьян, ничего бы не случилось. И я слышал, как доктор Герман говорил, что смерть произошла после полуночи. Это не ваша вина. Конечно, он не занимался бы чисткой среди ночи. Надеюсь, что это так. Возможно, Бейтс прав. Генри мог упасть туда по чистой случайности. Вы видели сегодня Роберта? Да, сэр. Сегодня утром Роберт читал в столовой газету. Если вы хотите поговорить с ним, я уверен, что вы найдете его в кабинете. Я разговаривал с Кольером. Как вы догадываетесь, он мне задал кучу вопросов. Скажите, а о чем он спрашивал вас? О многом. Но больше всего его интересовало, где мы нашли Генри. Было очень неприятно все это описывать, сэр. А вы можете повторить мне то, что рассказали ему? Я боялся этого вопроса. Ну, вообще-то... Меня разбудил громкий стук в дверь моей комнаты. Моррис кричал что-то о Генри. Он был в растерянности, что-то несвязно бормотал. Хотел, чтобы я немедленно отправился с ним в сад. Тогда я даже не догадывался о том, что случилось. Вы сразу пошли с ним к фонтану? Да, и только там я понял, что произошло. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. А потом я пошел звонить. Когда это было? Около 6:00 утра. Час спустя прибыл Кольер и доктор Герман. Это все, сэр. Остальное вы знаете. Да. Спасибо за терпение, Бейтс. Когда ушел доктор Герман? 30 минут назад. Он забрал тело Генри в старый морг. А он кому-нибудь говорил о том, что он обо всем этом думает? Он долго разговаривал с детективом, но я не знаю о чем. Я был в отчаянии, просто не слушал их. Хорошо, Бейтс, тогда это все. Значит, тело Генри в старом морге. А что Моррис мог делать в саду в такой ранний час? Он работает в конюшне, верно? Да, но иногда он помогает в саду. Генри не справляется совсем. Я хотел сказать, не справлялся. Бейтс, почему бы вам не отдохнуть остаток дня? Учитывая обстоятельства, вы можете не работать. Нет, сэр, я не хочу просто сидеть и грустить. Я лучше буду выполнять свои обязанности. Это позволяет мне отвлечься от мыслей. Понимаю. Думаю, мне пора. Я вернусь к работе. Они полны чистой воды. В подвале всегда холодно, поэтому вода достаточно прохладная. Пусто. Ничего нет. Здесь хранятся наши лучшие марочные вина. Температура и влажность воздуха идеальны. Насос является частью системы водоснабжения. Он подает воду.
клапаны контроля подачи воды. Не представляю, за что отвечает каждый из них. Вам что-то нужно, сэр? Я хочу у вас кое-что спросить. Конечно, сэр. Бейтс, тот насос... Да, сэр. Думаю, он сломан. Какой клапан контролирует подачу воды? С насосом все в порядке, сэр. Только один из клапанов недавно сломался. Но уровень воды можно менять с помощью других клапанов. Просто для этого нужно время. А как мне тогда узнать, есть ли в фонтане вода? Если я правильно помню, вторая колонка справа показывает уровень воды в фонтане. Я попробую. Думаю, мне пора. Я вернусь к работе.